Эй, привет, мой дорогой друг! Время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, и это Far Cry 3. Bad boy is a game. Итак, ребята, в прошлый раз мы чуть-чуть-чуть не погибли от вас. Нас спасла зажигалка, если кто помнит. И сейчас нам нужно забрать свои вещи у пиратов. Я вообще без оружия. Так. А как мне это сделать? У меня всегда есть камушки. Так, я вижу... А, у меня и фотоаппарата нет. Поищи в лагере снаряжение. Не, они, конечно, такие простые. Здесь что, три домика? Я сыт по горло, и тебе повстану. То есть мне сюда, мне еще и в окно не залезть, или что? Я один молик нашел. О, еще что-то нашел. Вот это круто я сейчас сделал. Но у меня больше ничего нет, кроме вот этой петарды. Он обозрется. А, я думал, это кто-то рядом прям говорит. Только не собаки. Боже, пусть это кончится. Еще разочек. Ну, в этих ящиках точно... О! Это ракетница. Так, ну я вроде как зачистил. Они... Я не понял, они что, без оружия? Здесь были или что? А это кто? А это свой, что ли? Понятно. Так, где мое барахло? Ну, скорее всего, в том домике. Так, а там толстый сидит. Ну, для толстого у меня есть. Еще шавка ходит. Он сгорел. Подожди, кто-то меня еще палит. Это собака. Собаку я прогнал. Нет. А, все, у меня. Есть пулемет. Так, а я могу, может быть, вообще все свои вещи забрать? Алло. Джейсон, предупреждаю, вас могучий воин, но Хойт как демон. Много ракет атаковало его остров.
Выживших нет. Одного за раз, да? Так. Давайте прокачаем какие-нибудь навыки. Так, ну вот это я... Так, собирайте в два раза точно нет. Получайте больше нет. Получайте меньше повреждений. Блин, только если ради вот этого прокачать. Вот это... Вот это вообще нет смысла качать. Так, а что я еще могу прокачать здесь? Понятно. Ну давай вот это, в принципе, прокачаем. На 50% дольше вас. Сначала вас, потом Хойди. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. Смело. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Скоро ты уплывешь. Так, поговорить с Герком. Ну давай поговорим. Далеко нам до него. Давайте туда тогда и тэпнемся, в принципе. С этого и начнем. Блин, тут еще фиг залезешь. В смысле? А-а-а. Я думал, все, я что-то натворил. Уйдите. Воин возвращается из земли мертвых. Я принес тебе сувенир. Пришло. Выпей. Для слабого это яд. Только сильный сможет выжить. Следуй пути. Обязательно всегда что-то нужно выпить и куда-то следовать. Что это за человек? Так, как же я туда не могу или что? Твои чувства затуманены. Ты идешь их путем, а не своим. Но я чувствую в тебе одно. Ой, нет, я думал... Я за дело не увидел это чудовище вот это. Да, блин, хорош. Подожди, хп, хп, хп. Иди нафиг!
Да я же отошел, ну. Дядя, успокойся. Быстро нажимай пробел, пробел. Так. 18 консюрит. Скажи мне, кто я? Живешь ради битвы. Каждый, с кем ты сражаешься, погибает и заслуживает этого. Ты носишь татау. Ты чувствуешь джунгли вокруг. Ты рак-яд. На той стороне острова! Вас и его пираты порабощают тела и души Ракья! Мы будем драться, пока вас не пойдет к нашим ногам! Мы – войны Ракья! И я приведу вас в клады! А у него крыша поехала. Добраться до острова Васа. Я иду за тобой, Вас. О, все, новые навыки у нас доступны. Возможно, и не надо было качать. Так, а это же уже... Тоже уже не наши стоят. Может, я под водой проплыву? Мы реально сейчас завалим вас. Я беру, что хочу, и когда. Господи. Хочу. Вот это тебе за споры. Давай. Спасибо. Так, теперь я хочу бесконечный бег. Так, тут что у нас? Ну ладно, там уже получим новый. Будем смотреть. Палит. А, с вышки. Так, а как на вышку забраться? Тебе не о нем волноваться надо. Так,
Так, там собаки. Тут еще кто-то... А, все, вижу. Где он? А с кем он разговаривал? А, вот он. Есть одна проблема, я что-то с собой птичек вообще не брал. Сюрприз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Я так на тебя надеялся, Джейсон! Чёрт! Какой мне потенциал! Здесь подсюду огонь! Какая сраная глина! Но я тебя сюда не тащил! Ты выброшу на поток! Плачу десятку! Первому, кто принесет мне машинку, Джейсона Броди! Да палец в очи, бегом. Так. Да блин, иди ты нафиг. Да я фиг ее знает, как ее убить. Блин, вот Дебик до конца бежал до меня. Вот это очень плохо получилось. Блин, не то. Да блин! Так, но этого я грохнул.
Блин, да что я делаю? Че, все, все покрошили? Вас! Вас! Где же ты? Выходите! Ты водишь, мудила. Да... Да нет. Что за херня? Что происходит вообще? Сдохни, сволочь! Блин, мне эти васы потом будут сниться. Серьезно? Все? Мы убили Васа. То есть меня вообще ничего не берет. Ни пистолеты, ни ножи, ни огонь, ни дикие животные, ни яд. Не какой-то чернильный демон, блин. Меня ничего не берет. Да я нахрен бессмертный! Джейсон. Ты храбро дрался, воин. Встань. Насладись победой. Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Вас мертв. Он бросил меня. Племя своих родных. Хойт Волкер соблазнил его. Деньгами, наркотой. Он стал чудовищем, но он был моим братом. Хойт заплатит за то, что сделал. Тебе и моим братьям я заберу его жизнь.
твои друзья? Они уедут. А я останусь с тобой. Я рада этому. Как ты убьешь Хойта? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно. Ракьет будут скучать по тебе. Неужели? Вернись ко мне. Кракьет. Скорей. Вау. Да у нас тут любовь. Так. Я... Получается... ну я здесь в храме. Покиньте храм Цитры. В общем, ребята, знаете, на этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был BadBoy Games, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.